фиксирую военное преступление Российской Федерации. Сейчас вы видите дом, который вчера был подвергнут авиаудару со стороны СУ Российской Федерации, который выпустил ракету по этому жилому дому, который не находится ни в зоне боевых действий, не находится ни возле объектов военной инфраструктуры, а умышленно совершил международное преступление, преступление против человечности, в частности, не знаю пока, есть ли жертвы, но судя... Может, тут живые есть, там, да? Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Така жесть. Просто жесть. Прикидываешь дома сидеть, Богдан? У нас дырка, просто в зале дырка. Это... Проспект Лобановського зараз пронулав вибух, блядь. Це дім навпроти нас. І бать, ми в епіцентрі. Піздець. Ребятушки. Брошений російський. Муся. Там маршрутки ходят, военная тревога. Сука, Путин хуйло, еба. Дай ему зажигалку, чуешь, Никитос? Блять, и снимай, нахуй.
Да должен. На Украине готовы. Мафак щит, блядь. Хаил, сейчас им там за Олешками пизды дадут, блядь. Пушки пішли. На Херсон, їдуть на Херсон, ребята. Передайте, поділіться відео, поскидуйте все. Соскадовського району їдуть вони. Зараз на Гопри. Чеченцы. Есть. Что делать-то, а? Давно далеко полетело. Может ложиться? Давно далеко. Давай ложимся, Миш. Все, давно далеко полетело. Я бачу.